Европейская и африканская культура слились на сцене Охтинского центра эстетического воспитания. В Красногвардейском районе состоялся 5-й фестиваль «Эстрадно-джазовая мозаика». Михаил Петроченков уже 8 лет играет на вибрафоне, который внешне напоминает фортепиано. По словам музыканта, добиться правильного звучания, тем более в джазовой композиции, от этого инструмента в разы сложнее. Когда я занимался в младших классах, играл 2 палками, сейчас 4. Можно промахнуться, не попасть, но вибрафон – это еще и достаточно музыкальный инструмент, и поэтому тоже надо сохранять музыкальность на нем. Музыкальная мозаика складывается в Охтинском центре эстетического воспитания с 2011-го, когда открылся эстрадно-джазовый филиал. В этом году на сцену вышли больше 100 детей со всего города. Они прошли серьезный отбор. Каждую композицию оценивало жюри, состоящее из известных джазовых музыкантов. Они судили детей достаточно строго, чтобы это соответствовало именно тем правилам и стандартам, которые соответствуют правилам исполнения джазовой музыки. Инструменты совершенно разные, то есть, например, даже гусли принимают у нас участие в составе некоторых ансамблей. То есть мы как бы пытаемся доказать, что джаз – это не только музыка типичная, но и музыканты различных специальностей могут играть джаз, особенно дети. Организаторы отмечают, один из главных плюсов фестиваля – возможность обменяться опытом. Начинающие музыканты могут не только показать свои умения, но и получить советы от уже состоявшихся джазменов и эстрадных артистов.